Общественная палата России предлагает составить рейтинг субъектов федерации по уровню развития некоммерческого сектора, где одним из ключевых показателей будет степень участия некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере. Кажется, что именно там сконцентрировано большинство таких объединений. Об этом и не только. Говорим здесь и сейчас с секретарем Общественной палаты города Владимира, региональным представителем Координационного совета НКО России Дмитрием Жученко. Дмитрий, добрый вечер. Добрый. Зрителям я напомню, что мы работаем в прямом эфире и можно задать вопрос гостю по номеру 324322, код города 4922. Дмитрий, у общественных объединений действительно самые разные функции, и даже есть определенная конкуренция. Одни считают, что вот свои силы можно и нужно приложить, там, скажем, в защите прав заключенных. Другие считают, нет, давайте будем защищать женщин и детство, на остальных внимания мы не обращаем. Кто-то отстаивает бездомных животных и их права. И при этом все эти объединения крайне редко пересекаются, ну, разве что на конкурсах, как раз на гранты. Координационный совет НКО России – это вот такая попытка некого все-таки объединения разрозненных организаций. Илья, вы знаете, мы с вами в силу нашего возраста эти времена не застали, а вот коллеги постарше, безусловно, помнят, что в советский период была определенная общественная монополия, которая выражалась в такой формуле, что одна целевая группа, одна общественная организация. Например, молодежью занимался только ВЛКСМ, профсоюзами только ВЦСПС и так далее, ветеранские советы, женсоветы и прочее. После 91 года маятник, что называется, качнулся резко в другую сторону, особенно после года 96, когда был принят, собственно, федеральный закон о некоммерческих организациях. За 20 лет, в 2016 году, есть цифра, что было в стране около 227 тысяч некоммерческих организаций различных форм. Вот уже в последние десятилетия все-таки маятник этих общественных колебаний он потихонечку затухает. И мы все, кто существует в некоммерческом секторе, приходим, в общем-то, к очевидному выводу, что есть сегменты, где общественные организации, НКО, заинтересованы в том, чтобы сохранять свою автономию, действовать самостоятельно, а есть сегменты, где им самим требуется взаимодействие, собственно, то самое координирование. Значит, наш координационный совет – это далеко не первая и не единственная даже на сегодня площадка, которая пытается вот, коммуницировать между некоммерческими организациями. Хотел бы даже отметить, что это, наверное, самая свежая попытка. Дело в том, что организация появилась 10 декабря 2018 года, и это позволяет нам надеяться, что мы сможем учесть весь негативный и положительный предшествующий опыт, не повторять ошибок предшественников и сделать работу с некоммерческим сектором России эффективным и успешным. Все-таки, что из себя сам совет представляет? Насколько это масштабная, насколько авторитетная организация, или это действительно вот сейчас такая скромная попытка? А можно мы будем здесь главными? Здесь ситуация выглядит таким образом. Во-первых, возглавляют это объединение достаточно профессиональные люди. Председателем является Цветков Антон Владимирович. Это многократный член Общественной палаты России, возглавлял там несколько профильных комиссий. В течение 10 лет создал и возглавлял такую достаточно узнаваемую общественную организацию «Офицеры России». Руководителем исполкома является Контарев Михаил Вениаминович. Это тоже человек с опытом, большим опытом работы в системе Министерства юстиции, как раз на позициях, связанных с законотворческой деятельностью, с правовым обеспечением работы некоммерческого сектора. Первоначальными учредителями данного координационного совета выступило несколько достаточно крупных федеральных и межрегиональных организаций. Ну, в качестве примера это Объединение потребителей России, Общероссийское объединение пассажиров, Союз садоводов России и многие-многие другие. Скажем так, двумя элементами, которые лежат в основе, в фундаменте Координационного совета, является, во-первых, площадка Дома общественных организаций «Покровка-5» по одноименному адресу в городе Москва. И второе – это информационное агентство Общественной службы новостей. Вот сочетание этих двух факторов позволяет быть достаточно полезными для целого ряда наших общественных организаций, некоммерческого сектора. Что касается флагманского направления деятельности в 2019 году, то им стала так называемая всероссийская перепись эффективных НКО и квалифицированных экспертов. Это связано с необходимостью системной работы с теми людьми, кто понимает и действует в своих точных адресных направлениях. Вот если это какая-то структура над
общественниками, то кто же ей управляет? Кого она, в конце концов, объединяет? Или эта структура абсолютно сейчас автономная и свободная? Смотрите, в течение, собственно, 2019 года прошлого около 100 общественных организаций НКО объединились под этим зонтиком, как вы его назвали. Буквально за первый квартал 2020 года уже подписано около 30 соглашений о сотрудничестве. То есть это такая форма, кто проходит перепись, тот подписывает соглашение о сотрудничестве и таким образом вступает в эту гильдию, если хотите. Ну, основные цели — это, безусловно, защита и представительство общих интересов общественных организаций, общих интересов некоммерческого сектора, ну, в первую очередь, перед органами власти. И, что не менее важно, на мой взгляд, это саморегуляция, то есть выработка неких стандартов внутри некоммерческого сектора, о чем мы, я думаю, поговорим чуть позже. А есть ли какой-то ценз для тех, кто вот в это объединение входит, там, за белых или за красных? Мы готовы принимать гранты, но только российские, скажем, только государственные, там, лояльно, нелояльно и так далее? Ну, есть определенный набор признаков, которым должна соответствовать эффективная организация, та, которая себя считает эффективным, но это показатели абсолютно объективные, во многом количественные, да, то есть рассматривается, собственно, членская база, рассматривается участие в различных конкурсах, в том числе грантовых, рассматриваются вопросы, скажем так, из перемещения денежных средств по расчетному счету, то есть согласитесь, если организация уже несколько лет подряд сдает пустые балансы в налоговые, то это вряд ли является показателем эффективности. Она же некоммерческая. Она некоммерческая, но тем не менее для реализации своих уставных целей необходимы ресурсы. Да, эти ресурсы могут быть не только материальными, но без них довольно сложно. Что касается вот вашего, я так понимаю, намека на статус иностранных агентов в некоммерческом секторе, я хочу сказать, что на самом деле эта проблема, с моей точки зрения, преувеличена. Дело в том, что на вот то огромное количество некоммерческих организаций, существующих в нашей стране, их больше 200 тысяч, вот мы с вами выяснили, статус иностранного агента получили всего, если я правильно помню, 133 некоммерческих организаций. Более того, лишь у, скажем так, каждой четвертой это в дальнейшем привело, ну, по тем или иным причинам к закрытию или переоформлению своей деятельности, поскольку законодательство не требует, скажем так, прекращать свою деятельность, просто необходимо заявить о том, что ты получаешь финансирование из-за рубежа. Так, ну давайте к российскому, собственно, финансированию. Давайте. Вот как только российское государство осознало и признало необходимость финансовой и организационной поддержки некоммерческого сектора, действительно стали появляться фонды, через которые эту поддержку оказывают. И сегодня общественники знают, ага, есть хорошая идея, есть единомышленники, нет денег, можно написать грант, можно подать заявку в фонд президентских грантов, например, да, и с значительной долей вероятности это финансирование будет в итоге получено, а значит, здравая идея будет реализована. А вот совет такую функцию, ну, скажем, посредников передачи в определении полезности или неполезности той или иной идеи общественников, он эту функцию играть будет или для этого есть другие организации? Ну, если мы говорим непосредственно о получении грантов, то необходимо взаимодействовать именно с источниками этих грантов, грантодателями так называемыми. Что касается самого Координационного совета, у него есть собственная грантовая программа. Она, конечно, небольшая по сравнению с фондом президентских грантов. И, в общем-то, денежные цифры там скорее символические, но это, знаете как, некое подтверждение знак качества. То есть, например, за 2018 год, вот, первый год, когда подводились итоги, Координационный совет был только создан, получалось два гранта всего по 100 тысяч рублей. Но это был знак качества. Кто скажет по целых 100 тысяч рублей, потому что если в эти деньги зарплату не включать, а включать, собственно, работу, да? Ну, вы знаете, с учетом, что статус организации, которые получили эти гранты, скажем, это общероссийские или межрегиональные, все-таки масштаб охвата регионов, территории, где они действуют, все-таки 100 тысяч рублей – это все равно не очень большая сумма, но это подтверждение, как я говорю, знак качества. То есть это сигнал, так, может быть, слово «инвестор» здесь не очень подходит, но спонсорам, грантодателям иным, не только государству, но и частным, в России существуют фонды частные, что с этой организацией имеет смысл иметь дело, потому что она доказала свою эффективность. Вот для того, чтобы наши слова проиллюстрировать, я предлагаю нашим зрителям сюжет о уже давно работающей во Владимирской области организации «Мамин домик». Помогает она мамам, у которых другой поддержки, кроме этого фонда, собственно, и нет.
Президентский грант 3 миллиона рублей получил Киржачский центр защиты материнства «Мамин домик». На эти деньги волонтеры будут развивать отделение срочной социальной помощи и профессиональной ориентации. Женщинам, которые находятся на грани отчаяния, теперь есть к кому обратиться. Нужно просто набрать короткий номер 128 и получить помощь волонтеров. Попросили их помочь нам с хорошим номером, который бы запомнился, который бы пользовался популярностью и был бесплатный для звонков вот в такой трудной экстренной ситуации, когда, может быть, и на счету-то у тебя ни копейки нету. Служба скорой социальной помощи работает по всей области. На номер поступает более 50 звонков в неделю. Поддерживают нуждающихся не только советом, но и делом. Матерям-одиночкам помогают купить коляску к выписке из роддома, многодетным собрать детей в школу. «Мамин домик» – известный в области благотворительный проект. Несколько лет он квартирует в здании бывшей школы в деревне Ельцы. Его основательница Арина Серавкина долгие годы работала волонтером, помогая детям-сиротам. «Мамин домик» она создала для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь им дают кров и не разлучают детей с мамой. Если бы не моя мама, детям не помогла бы, у меня бы дети оказались в детском доме. Здесь женщин учат выживать самостоятельно. Все постояльцы приюта работают в собственной пекарне маминого домика. Средства от продажи хлеба и пирожных идут на нужды женщин и помощь людям, оказавшимся в беде. Вот «Мамин домик» получил, по-моему, 3 миллиона рублей, если я не ошибаюсь. Раздать деньги вообще задача не самая сложная, да? Потому что куда важнее оценить, а насколько эффективным будут эти вложения. То есть, может быть, на выходе-то не так уж и много и будет пользы. Не на, извините, что меряю рублями, но не на 3 миллиона. Вот как сегодня грантодатель, будь то там государство, фонды, которые вы отметили частные, ресурсные центры, корпорации определяют, вот этим давать можно, а этим, наверное, не стоит. Или давайте посмотрим, как они вообще работают, как они сами ищут фонды. Ну вот, кстати, пример «Маминого домика» – очень хорошая иллюстрация, показывающая, что в стране создана система, когда некоммерческая организация, в общем-то, даже не из областного центра, а из одного из муниципальных районов, в общем-то, не самой большой области Российской Федерации, получает очень приличные деньги для того, чтобы реализовать свои уставные цели и задачи. А зрители скажут: так, стоп, а где государство? А ну чего, вот этим не занимается? Как раз занимается, и в стране, повторюсь, создана целая система статусов и прилагающихся к ним преференций, льгот и мер поддержки. Чтобы зрителям было понятно, я вот буквально коротко хотел бы по трем буквально уровням рассказать. То есть, собственно, что такое некоммерческая организация, все более-менее понимают. Это организация, которая не ставит извлечение прибыли в качестве основной своей цели. То есть, да, предпринимательская деятельность возможна в определенных случаях, но полученная прибыль не распределяется между участниками объединения, а тратится на те самые уставные цели, которые... Мы не ставим которые... сейчас знак равенства между благотворительной и некоммерческой, да? Да. Второй уровень. Как мы выяснили, таких организаций вот 227 и уже, наверное, больше тысяч по всей стране. В Владимирской области примерно 1700 НКО на сегодняшний день. Второй уровень вот этой такой общей пирамиды – это так называемый социально ориентированный НКО. Для того, чтобы просто НКО получил статус социально ориентированный, она должна соответствовать двум признакам. Во-первых, быть зарегистрированной в определенной допустимой организационно-правовой форме. То есть из всего перечня форм НКО исключаются такие, как государственные корпорации, либо государственные компании и политические партии. Во всех остальных случаях организационно-правовая форма соответствует. Второй необходимый признак – это виды деятельности этой некоммерческой организации должны соответствовать заложенным в федеральном законе. Значит, в законодательстве предусмотрена федеральная компонента, это примерно 18 направлений, и компонента региональная может быть добавлена. В Владимирской области еще 7 видов деятельности были добавлены к основным 18. Значит, ну вот в качестве примера, если интересно, да, значит, что во Владимирской области дополнительно решили внести? Ну, содействие развитию народно-художественных промыслов, это понятно. Поддержка семей, укрепление семейных ценностей, материнства и отцовства. Содействие развитию туризма. И вот такая экзотика, с моей точки зрения, обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Экзотика, экзотика, а полезности, наверное, больше. Безусловно. Значит, если организация НКО соответствует вот этим двум признакам, она получает статус социально ориентированный. Деньги. И прямую поддержку от государства, которая может выражаться в различных формах. Это может быть финансовая форма, те или иные деньги, там, субсидии,
компенсации понесенных расходов и так далее. Это могут быть не финансовые активы, скажем так, предоставление помещения. Например, тоже достаточно востребованное у некоммерческого сектора. Чрезвычайно, потому что все просят, дайте нам, пожалуйста, бесплатно. Социально ориентированных НКО по стране примерно 140 тысяч. То есть это чуть больше половины от общего количества. В Владимирской области в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями тех или иных форм поддержки администрации Владимирской области, ровно 100. Это минимальная планка. То есть не все организации, скажем так, обращаются за поддержкой. Это их, знают о поддержке. Это их законное право. Что они потеряют свободу. Ну, это уже, что называется, индивидуально. Каждая некоммерческая организация определяет для себя. По факту минимум 100 НКО социально ориентированных в Владимирской области присутствует. Соответственно, они получают, как мы сказали, различные меры поддержки. Вообще, вот этот статус социально ориентированный НКО, он существует уже 10 лет. Впервые о нем было заявлено еще в президентском послании 2009 года. А следом, в 2015 году, как раз на форуме сообщества, это ежегодное такое базовое мероприятие под эгидой Общественной палаты России, президент в своем выступлении предложил еще дополнительную форму, дополнительный уровень НКО. Это так называемые социально ориентированные НКО, являющиеся исполнителями общественно полезных услуг. Это еще более узкая группа некоммерческого сектора, но с еще большим количеством льгот, преференций и так далее. Ключевые позиции, которым нужно соответствовать, чтобы получить этот статус, их три признака. То есть первое, это, собственно, должна быть социально ориентированная некоммерческая организация. Второе, она не должна являться иностранным агентом, тому самому вопросу, который вы задавали. И в-третьих, она не должна иметь, скажем так, задолженностей по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Ну и, соответственно, ее деятельность так или иначе будет в сфере тех приоритетов, которые тоже определяет государство указом президента и постановлением правительства. По стране таких организаций менее 500, в Владимирской области всего 4. И вот они имеют право в приоритетном порядке на получение любых форм поддержки. Они включаются после одного года работы по тому или иному направлению, связанному с социально ориентированной деятельностью, то есть направленное на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и так далее. Они получают свой статус, попадают в определенный реестр, в котором пребывают в течение 2 лет, после чего должны либо подтвердить свой статус, либо будут оттуда исключены. Если их всего 4, значит, их имена должны быть на слуху? Относительно да. Значит, ими являются в порядке, хронологическом порядке получения. Значит, две организации у нас получили этот статус в 2018 году. Это благотворительный фонд «Шеридарь», кажется, вот так он называется. Это на слуху точно. Да. И объединение общественной организации инвалидов. В 2019 году еще две организации к ним присоединились. Это региональное отделение «Боевого братства» и региональное отделение Союза пенсионеров России. Вот всего 4 на сегодняшний день подобные. Но при структуры. Этом вы отметили, что НКО у нас общественных объединений только в области 1700. Я, ну, не знаю, потрачу 10 минут, я все равно все не найду, да, и в таких реестрах частенько попадаются, вот существующие только на бумаге, какие-нибудь там защитники жителей левого берега Клязьмы от жителей правого берега Клязьмы. В общем, однодевки тоже бывают. Я и моя жена решили защищать там чего-нибудь, да. Когда мы в самом начале заговорили об такой всероссийской переписи эффективных НКО, да, вот нет задачи как-то всех отделить реально работающих от существующих на бумаге, чтобы понимать, с кем можно работать, а на кого внимание-то обращать не стоит. Понимаете, такая задача, конечно, в уме держится, но довольно сложно предусмотреть инструменты, которыми это можно отследить. Понимаете, это законное право людей, например. Трое человек, имеющие общие интересы, готовы совместно их достигать, объединяются, создают общественную организацию. Это их право по закону, мы не можем лишать граждан их возможностей. Другое дело, что после этого, например, организация общественная не предпринимает никаких шагов, они не видно, не слышно, и, как вот мы говорили в начале, сдают пустые балансы. Да. Да? Тем не менее, это косвенные признаки. То есть, возможно, организация находится в неком спящем положении, да? Как у нас принято иногда говорить, спящие институты, вот спящие общественные организации. Ждут, когда обидят. Тогда начнут защищать свои не обязательно интересы. Обидят, когда найдут ресурсы, когда они найдут спрос на, не хочу сказать услуги, но на тот вид деятельности, которым они занимаются. Потому что иногда, даже не то, что иногда, частенько бывает так, что гражданские активисты бегут впереди
общества в целом. Да, вот вы вначале приводили пример организации, занимающейся защитой животных. Значит, тема важная. Тема, кстати, включена вот в те самые направления, о которых я сказал выше. Но, в общем-то, статистически она интересует относительно небольшое количество людей. Да, в динамике оно увеличивается. А когда они начинают рассказывать о существующих, ну, либо им видящихся проблемах, кажется, что проблемы есть. И вот число сторонников. Руками им помогать никто не готов, но так поддерживать тихо, да, правильно делать. Делайте, девчонки, дальше делайте. В том числе, пример медийной активности, это тоже один из показателей. То есть общественную организацию, некоммерческую организацию должно быть видно и слышно. Отсюда важная задача у них по взаимодействию со средствами массовой информации и развитию собственных, скажем, аккаунтов в социальных сетях. Больше того, вот если вы вспомнили о фонде президентских грантов, то там одним из условий является размещение фото- и видеоматериалов о прошедших мероприятиях, которые финансируются из этих средств. При этом у организации, по-моему, не обязательно, но очень желательно, чтобы был, например, свой сайт. Да, то есть социальные... А для него нужны деньги. Естественно, нужны, ну, какие-то минимальные средства, там, хостинги и все такое. Давайте так. Действительно, организации масса, организаций сотни тысяч, экспертов десятки. Вот во Владимире параллельно работающие в одной или в разных сферах НКО привлекают одних и тех же экспертов, ну, там, одних и тех же юристов, одних и тех же медиаторов. Потому что дефицит кадров, он даже здесь, в общественной работе. Как находить таких экспертов, таких квалифицированных сотрудников новым объединением? Ну, давайте мы для начала поделимся, а что такое эксперт в нашем понимании. Да? Нигде законодательного определения этому нет, поэтому нужно самим определиться в понятиях. С моей точки зрения, понятие эксперта очень тесно связано с целевой аудиторией, на которую он работает. То есть это, условно говоря, человек, который понимает в заявленной теме чуть выше, а может и значительно выше, чем та аудитория, которая его слушает. Если мы говорим о дефиците экспертов в каких-то конкретных отраслях или направлениях или сегментах, это говорит о чем? Что есть постоянный спрос, но не возникает предложения. Почему? Либо наши, будем говорить так, общественные деятели не имеют стимулов повышать свою квалификацию, да, то есть набираться опыта, улучшать свои какие-то там практики, компетенции для того, чтобы выступать в качестве экспертов. Либо они все это делают, но, как известно, мегаполисы близко, этот пылесос, трудовые ресурсы, а в том числе экспертные, фондов больше, и соответственно, там гораздо больше возможностей. Опять же, возвращаясь к системе государственной поддержки, некоммерческого сектора, особенно социально ориентированных НКО, важно, что эти программы, они обязательно должны быть и в субъектах Российской Федерации. Понятно, что масштаб денег, который может предусмотреть региональный бюджет по сравнению с федеральным, он, мягко говоря, несопоставим, но и, будем говорить так, востребованность, она тоже ниже, поскольку ну, не секрет, объем денежных средств, распределяемых через фонд президентских грантов, исчисляется миллиардами рублей. Технологически это устроено таким образом, что любая организация из самой отдаленной местности нашей страны, будь то Чукотка, я не знаю, еще какая-то, да, может при помощи тех же современных информационных технологий, да, подать заявку, если она будет компетентно составлена, будет спрос на этот вид деятельности, то она имеет все шансы получить положительную оценку и получить финансирование непосредственно с федерального бюджета. Поэтому, с моей точки зрения, задача расходов денежных средств на уровне регионов, она больше во вложениях в инфраструктуру поддержки. Да, то есть, вот для сравнения, у нас же есть бизнес-инкубаторы для того, чтобы развивать начинающих предпринимателей. Так. Инкубаторы для общественных организаций у нас что? Во всяком случае, во Владимире давно существуют. Акселераторы, назовем их так, да? Некоммерческого сектора. Мы научим вас писать гранты, мы научим вас искать офис, мы научим вас просто работать. Но это тот случай, спасибо. Это тот случай, когда спрос рождает предложение. И если с каждым годом появляется все больше таких площадок, которые оказывают подобного рода услуги, значит, наверное, предшествующие, скажем так, ресурсные центры, назовем их так, да, они, видимо, не в полной мере удовлетворяют этот запрос. Так. О вещах удивительных. Удивительных и для меня лично. Конкуренция в социальной сфере. Вообще сочетание. Общественная палата страны не так давно представила доклад. Очень большой документ. Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере.
Документ посвящен в том числе вот этой самой конкуренции инициативы общественной и государства. То есть желанию помочь со стороны общественников, часто бесплатно, и обязанности помогать со стороны государства. Конкуренция в социальной сфере. Ну, действительно, что-то немыслимое. Конкурировать кто мог раньше, да? Больница и морг. С какой целью авторы доклада проделали такой колоссальный объем работы? Ну, опять же, небольшой экскурс для того, чтобы было понятно. Частная инициатива в сфере социальных услуг, мы примерно понимаем, что это образование, охрана здоровья, культура, спорт. Значит, частная инициатива в этих сферах, она, в общем-то, проникала еще в 90-е годы. Но только в 2013 году с принятием нового нормативного акта, это закон о социальном обслуживании граждан Российской Федерации, были приняты, ну, я бы сказал так, революционные изменения, связанные с тем, что были даны важные дефиниции таким понятиям, как социальное обслуживание, социальная услуга, поставщики и потребители социальных услуг. Ключевое здесь – это поставщик. Теперь любое юридическое лицо, вне зависимости от организационно-правовой формы, либо даже индивидуальный предприниматель, может стать поставщиком, может оказывать социальные услуги. Что это означает на практике? Что помимо государственных либо муниципальных учреждений, теперь претендовать на то, чтобы оказывать эти услуги, могут и негосударственные структуры, будь то коммерческие или НКО, некоммерческие. Для сравнения, во Владимирской области ведется подобный реестр поставщиков социальных услуг. Вот буквально накануне программы я зашел на сайт Департамента социальной защиты населения и посмотрел, что 60 государственных учреждений в нем присутствует, государственных и муниципальных учреждений, 8 некоммерческих организаций, в том числе такие достаточно звучные, как «Родисвет», Ассоциация родителей детей и инвалидов, либо фонд «Дорог каждый», который занимается работой с, будем так, неблагополучными гражданами, в том числе без определенного места жительства. И 8, собственно, коммерческих предприятий, которые работают в этой сфере. То есть для чего, каков мотив, да? Каков мотив перехода на новую систему? Дело в том, что в предшествующей схеме у государственных учреждений было не очень много стимулов для того, чтобы оказывать качественные социальные услуги. Потому что и, ну не знаю, начальник похоже. Вне зависимости от того, как будет оказана эта услуга, они все равно в рамках государственного либо муниципального бюджетного задания получат на следующий год деньги. Да, а у общественника мотивация больше, он вообще не про деньги. У общественника мотивация больше. Хотя как только появились крупные гранты, вот тут, мне кажется, может появиться и заинтересованность не только вот для души, но и материально. Вы имеете в виду, видимо, то, что принято называть социальной миссией. Да. Да. То есть помимо, собственно, желания извлечь какой-то доход, есть еще социальная миссия. Действительно, это отличает некоммерческий сектор от, собственно, бизнеса. Возвращаясь к специальному докладу, который был опубликован Общественной палатой, значит, какие очень важные вещи получили там отражение. Дело в том, что этот документ, он сам по себе уникален по нескольким позициям. Во-первых, он охватывает все отрасли социальной сферы. Во-вторых, все уровни принятия решений, имеется в виду не только федеральный, но и региональный. Это впервые инструмент, в котором могут свое экспертное мнение дать внешние участники. То есть не только сотрудники государственных там, муниципальных учреждений, но и те самые эксперты, профессиональные специалисты. И, наконец, четвертое, в отличие от всевозможных ведомственных докладов, скажем, Министерства экономического развития, Министерства социального развития, которые, ну, по большому счету, принимаются к сведению, в специальном докладе Общественной палаты предусмотрена очень серьезная рекомендательная часть. То есть что нужно предпринять для того, чтобы улучшить ситуацию вот на... с доступом некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг. Документ этот был представлен 31 октября прошлого года на форуме сообщества очередном. Я там присутствовал лично и могу сказать, что это, в общем-то, стало одним из событий, ключевых событий вот дня. Форум сам несколько дней проходит. Вот событием дня 31 октября стала презентация именно этого документа. Значит, он себя включает, в общем-то, цифровые показатели, о которых я не буду сейчас утверждать наших зрителей, но по смыслу, скажем, наш регион,
а это доклад всеобщий, да, он ожидаемо находится в середняках по большинству показателей, так называется средняя группа, за исключением, может быть, отдельных элементов. Ну, скажем, у нас меньше детей посещают частные дошкольные образовательные учреждения, и больше людей посещают частные медицинские клиники. Вот мы сейчас посмотрим еще один сюжет про такой некоммерческий проект о помощи инвалидам. В общественной организации «Инвалидов поддержка» 15 сотрудников. За свою работу денег они не получают. Организация существует на средства спонсоров и помощь мэрии. Председатель Владимирской НКО, которая помогает инвалидам, Людмила Романова, рассказывает, вместо того, чтобы сидеть дома, они помогают людям с ограниченными возможностями. Занимаются их реабилитацией, устраивают праздники, проводят мастер-классы, организуют поездки в интересные места. Волонтеры верят, что внимание – одно из лучших лекарств. Вот недавно мы вручали постельное белье нашему инвалиду. Вот, он очень плохо передвигается, ну, считайте, в четырех стенах. Вот. И когда я вот пришла, да, он так настолько обрадовался, да, и мы, в общем-то, очень много времени сидели, общались с ним, да, и он, конечно, о своих проблемах там говорил. Но знаете, что меня очень удивило, что он сказал: «Я самый счастливый человек на планете». Сейчас самому маленькому подопечному Людмилы 5 лет, а самому старшему скоро исполнится 90. Помощь в организации получают более 300 инвалидов со всей области. Параллельно волонтеры помогают многодетным семьям и людям, попавшим в беду. Дмитрий, в последнее время руководство Федеральной общественной палаты говорит о роли некоммерческого сектора в реализации нацпроекта. Я тут сразу останавливаюсь, потому что нацпроект – вообще дело государственного масштаба, государственной важности, и вдруг часть задач переваливается на тех, кто, в общем-то, не обязан эти задачи выполнять, а по собственной воле и инициативе включается. У меня сразу вопрос – где государство? Социальное по Конституции. Ну, смотрите, национальный проект сами по себе – это лишь инструмент реализации национальных целей, поставленных в майском указе, так называемом. А если вы вспомните преамбулу к этому майскому указу, то там очень четко написано, для чего он, собственно, издается и определяются эти цели. Для повышения качества жизни и повышения качества возможностей удовлетворения потребностей граждан. Исходя из того, что повышение качества – это ключевая задача, интегральная, которая ставится, она, естественно, себя включает и рост удовлетворенности людей от того, как им оказывать или иные услуги, в том числе социальные. А чтобы человек был удовлетворен, он должен что? Он должен понимать, для чего что меняется, либо остается неизменным. Он должен желательно в этом соучаствовать. И, наконец, он должен иметь возможности осуществлять контроль за исполнением этих показателей. В принципе, система общественного контроля в нашей стране на базе общественных палат, она позволяет осуществлять эти вещи. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. Давайте прощаться. А уже завтра в нашем эфире «Говорим о спорте» в шоу и «Шоу в спорте» со звездой фигурного катания, заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Всего вам самого доброго.